Всем большой-большой привет! Кто меня не знает, меня зовут Рыжик. Вы соскучились по мне? Я передаю всем привет! В этом короткометражном фильме вы увидите, каким я стал, как я подрос, как я живу с одной покалеченной лапкой. Если вы посмотрите, может быть, кто-то не знает мою историю. Будут ссылочки под этим роликом. Ну, а также про моих друзей, с кем я живу, вы тоже увидите в этом фильме. Правда, не про всех. Моя мама Света была оператором, и Яша лазил по дереву. Поэтому его вы не увидите. Но вы увидите мою подружку Мурку, дружбана Сеню, ну и нашу собаку Ричи тоже увидите. Приятного просмотра! Вот так меня вкусно кормят. А вот так я отдыхаю и играю с Муркой. Какая красота! Солнышко, птички поют. И какие цветочки вокруг. Ляпота! Сеня спрятался около дерева, около забора, чтоб его никто не заметил. Но Сеня был обнаружен на наблюдательном пункте. Кого-то он там выслеживает. Мы его засекли. Ричи не хотел сниматься, но мы предприняли запрещенный прием. Это вкусняшки. От вкусняшек еще никто не отказался. Поэтому, чтобы сняться в фильме, пришлось Ричи приманить вкусняшками. Вот как уплетает вкусно. А вот и Ричи собственной персоной, с мамой Кристиной. Это мой брателло Сеня. Ну, вы о нем уже знаете. А это я. Кто-то скажет, ну, спинищу нарастил. Да нет, просто ракурс неудачно взят. На самом деле, я вот такой скромняшка и милашка. А на самом деле, вот посмотрите какой, я просто пушистый, а на самом деле я худенький-худенький. Так что всем передаю привет, кто обо мне вспоминает. И даже те, кто не вспоминает, я все равно всем передаю привет. Мурмяу, всех люблю. И целую.